четверг в Самарской области облачно с прояснениями, пройдет дождь с грозой, потеплеет. Днем 22-24 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. Усиление ветра, южный, юго-западный 5-7, порывы до 15-17 метров в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 22, ночью плюс 16, юго-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, дождь с грозой, днем 22 с плюсом, ночью 16 выше 0, ветер южный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, гроза, днем плюс 23, ночью плюс 16, южный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 67%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.